Луковица лилия от гибрид Рачели, лилия Моути Хайбридс Рачели, посаженные в открытом грунте, наградят садовода шикарными по размеру и расцветке бутонами к августу месяцу. Многолетник отличается широкими, шелковистыми по фактуре, сиренево-розовыми лепестками с четко выделенной рельефом середины лепестка и белесой каймой на каждом. Ножки пыльников очень короткие, головки темные, плотно прижатые друг к другу. Цветки, составленные из 2-3-лепестковых чаш, раскрываются одновременно по 3-4 штуки на одном цветоносе. Предназначены для солнечных или полутеневых посадок, зимуют под толстым укрытием. Лилия от гибрид Рачели – это многолетнее растение. Цветок окрашен в сиренево-розовый с белесой каймой и темными пыльниками цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 22 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.